Далее. Слово ⁇ почему я беден ⁇ или слова ⁇ почему я беден ⁇ которые часто произносят люди в своей жизни, нужно заменить на слова ⁇ зачем мне деньги ⁇ Если слово ⁇ зачем ⁇ связано с духовными мотивами, то есть это звучит так. Мне деньги, нужны, мне деньги необходимы для того, чтобы сделать жизнь моих близких лучше. Мне деньги нужны для того, чтобы я мог быть всегда здоровым. Мне деньги нужны для того, чтобы жениться, чтобы замуж выйти, чтобы получить образование, чтобы родителям помочь. Если для этого нужны деньги, тогда они будут появляться в вашей жизни. Если деньги нужны для того, чтобы забухать, загулять, если деньги нужны для того, чтобы все вам завидовали, если деньги, о которых вы мечтаете, фактически или гипотетически, могут привести к тому, что э, пройдет разрушение каких-либо людей, если не будет за счет этого созидания то тогда вы, скорее всего, деньги не получите. Поэтому, когда, почему у меня нет денег, скажите себе, зачем они мне нужны. Если ваши мотивы, они созидательные, если это мотивы приумножения рода, если это мотивы найти мужа или жену, если это мотивы э, жить в любви, если это мотивы духовного плана, помочь родным, если это духовные мотивы, если это мотивы, которые сделают вас добрее, теплее счастливее, радостнее, тогда такие мотивы, они могут помочь человеку стать богатым. Если мотивы разрушительные, там я тамщу, я заберу, я всем докажу, пусть все завидуют, то такие разрушительные мотивы обязательно приведут вас к бедности.